Всем привет! В этом видео посмотрю, как идут игры на смартфоне Oppo A15. Так, первая игра PUBG Mobile. Работает на низкой графике, не на минимальной. Вот можно поставить такой вот уровень графики. Вот такой вот, это самый максимальный, который можно тут выставить. И более-менее игра работает. То есть поиграть мы можем на каком-то более-менее, да, минимально приемлемом уровне, но можем поиграть. Хорошо, переходим к следующей игре. Так, вторая игра Warface. Вот, работает примерно как PUBG, не плавно, не особо плавно. Вот, также на низкой графике, но работает, то есть какой-то минимальный уровень, так же как и в PUBG Mobile, тут есть и можно поиграть. Хорошо, закрываем, переходим к следующей игре. Так, и третья игра Real Racing. Плавно работает. Вот. Получше работает, чем PUBG, получше работает, чем Warface. Эта игра, конечно, и попроще. Вот тут, в принципе, такой хороший, средний, добротный уровень. Без проблем можно поиграть. С относительно неплохой графикой, относительно неплохой плавностью. То есть плавность тут из трех игрушек лучше всего. Хорошо, такая вот ситуация в играх. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maxi Mobile, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!